Здравствуйте. 29 апреля, 11 лунный день. В созвездии Будд с элементом воды, стихии, пространства. Особенный день для благородных людей. Благоприятнее практики созерцания, медитации, создавать планы, подписание контрактов, договоров продажи, принятие важных решений. В разрешении конфликтов, напряженных ситуаций, можно жестким методом начитывать мантры, усмирять негатив, обучение высшим и точным знаниям, сатасте. Ребенок, родившийся в этот день, будет наделен стремлением к высоким целям, мудрым, нравственным, будет иметь желание помочь всем живым существам. Также благоприятнее проведение праздников, церемоний, новоселья, стрижка волос к обретению, обострению органов чувств. День неблагоприятен для воздвижения ветряных сооружений, созывать собрания. Благоприятен для людей, родившихся год, зайцы, овцы, неблагоприятен годам, обезьян, тигры, змеи. И в Илгенском Цукчун Дуане Хорал Цидо, Зубдур Нанжилма, Саандриха, Мани Дуане Сунды, Жи Дуане также Сунды. Будьте сильными, благородными.